Так, ребят, смотрите. О, здрасте. Ой. Рик на пол полицейского! Йоу, Мэджик, ты чё? А он садится в машину. Вы посмотрите, что творит этот мальчик. Вы чё, братва, это полиция? Он в шоке просто. Ебанюга литовская. Зови его, зови. Энигматика в тюрьму посадили. Погнали, спасем нашего братика. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня впервые сыграю на Аризоне роллплей. Что тут за дичь происходит? Посмотрите, меня кто-то уже въехал. Ребята, это симулятор реальной жизни на ваш телефон. Вы сможете скачать по ссылочкам, которые есть в описании. Ой, ё, что происходит? Также, ребят, самое главное, при регистрации вводите мой ник. Ё-моё, только этот автобус меня сбивает. Дядь, что тут происходит? Не понял. А кто это такие? Рик и Артём Бухалов. Здорово! Кентуха, здорово! Энигматики, Рик, вы что тут делаете? Что с вами произошло, мужики? Блин, мы сидели на остановке, прикинь, остановки больше нет, вообще, кстати. Её сбили. Мы бомжуем, помоги нам. Посмотри, на какой машине ты тупой. Братва, посмотри на мою машину. Знаете, как называется эта машина? Это корвет. Буллет. Наверное. Буллет. Короче, мужики, что с вами произошло? Почему вы так плохо выглядите? Как вы стали бомжами? Как вы так оделись в такой жизни? Кейсы закрыли. Кейсы закрыли. Короче, ребята, из-за того, что ничего нельзя рекламировать, вы так докатились, начали бомжевать. Я правильно понимаю? Все верно, братан. Все правильно, Кентуха. Ну, мужики, давайте так уж и быть, если я в хорошем настроении. Каждому из вас я дам по тачке. Подождите, стойте, вас ничего не смущает. Мне куда сесть, салон? Рик, а что, машина двухместная? Рик, не заведите. Ребят, прожмите лайкусик за это крутое видео, обязательно подпишитесь. Я сниму еще продолжение тогда Аризоны. И тем более вы можете играть вместе со мной на ваших телефонах. Самое главное, братва, при регистрации ввели мой ник. Мой ник. Кент Грибов. Вот сейчас увидите большими буквами. Аварик, брат, присаживайся, пока присаживайся. Так, а ты, Энигматик, ты бомж, мы тебя не подкинем. Да ты такой же бомж, Ирик такой же бомж. Мы сейчас ждем, чтобы Энигматик арендовал скутер, и мы на скутерах поедем и купим каждый по тачке. Еще дело, что ты по дороге бегаешь, понимаешь, сейчас собьют тебя. Сейчас собью, чел. Ой, тихо, Мотик, Мотик, да. Сейчас, нет, дядь, нет, я сейчас заберу. А я движок сломал. Ну что же, ребята, вот мы все и собрались вместе в моей машине. Я скажу честно, я еле доехал, пацаны, это просто какой-то трэш. Ну я типа из головы! Подожди, гангстеры! По нам стреляют! Давайте, мужики, просто едем! Нам надо просто доехать! Вертолет? Нормально. Чего? Ой-ой-ой! А, как ты врезался? Я случайно. Ребята же понимали, это полностью аналог реальной жизни. Половина миллиона. Ой-ой-ой, сорян. Кентуха, снимает. Полностью аналог реальной жизни. Направо. Вот так? Ой-ой-ой! Аналог реальной жизни. Нет, не гори. Чекаем. Дядь, мы без аренды прям. Прикиньте, мужики, хорошие новости. О, это отличный знак. Очень интересно. Кентуха, я арендую быстрее. И присаживайся. Down, please, guys. Что, ребята? Ой, имба, теперь у нас новая машина. Блин, братан, знаешь, что мне нравится, дядь? Что тут все как в реальной жизни, вот прям вообще очень круто. Ты же брал машину и взорвал ее или что? Вроде очень реальная жизнь, да? Ну, ребят, ну так делать нельзя. То, что я сделал, ну, это вышло случайно, и мы осуждаем это. Правильно, аниматик? Нифига, говорит. Тут направо, и там просто обрыв и поехал. Смотри, это автосалон, который может позволить себе Кента ПК. Дядя, это тоже автосалон, ты посмотри. Это какая-то руда. Нам нужна бандитская машина четырехместная. Какую возьмем? Смотри. Сюда, пацаны. Что за машина? Что вы? Вы посмотрите на эту легенду. Машина называется Стефорд. Прям как, ну, вы поняли, как одна игра, которую мы стебаем. Опа, присаживаемся. Купить. Она красивая. Я купил? У вас нет паспорта для покупки. Ааа, у меня паспорта нету, блин! Ну погнали там оформлять паспорт, а что делать? Слушай, а паспорт получать быстро, кто знает паспорт? Да, там секунду буквально, секунду. Как же рад, что мы взяли свою Энигматика. Энигматика — это эксперт по всем вопросам. Дядя, расскажи вкратце, что делают Мэри? Кстати, во-первых, тут можно сделать паспорт для новичков, а во-вторых, здесь можно создать свою семью. Прикинь, мы сделаем семью? Банду. Смотрите, смотрите, бомжи зашли, какие-то цивилизованные люди, все приличные, в костюмчиках. Галстучка, что такое? Так, нам налево, паспортный стол. Все, отлично, прямо сейчас получаем паспорт, идем обратно-таки покупать машину, погнали. Десятое, 10.03.1998 года. О, папа. А, что? Я получил паспорт? А, да. Так просто?
Все, мужики, я паспорт получил. Все, все, все жду машин. Все, давайте. Мы наконец-таки добрались. Ну что, брата, давайте брать машину. Слушай, как ему вот эта машинка? Что скажешь по поводу вот этой? Брат, она очень крутая. Вот это ведро. Слава богу, что... Слушай, ведро, делай нормальную машину. Это будет моя первая машина. Вы готовы меня поздравлять? Три, два, один. Я купил. У вас нет дома или отеля, они дадут вам плюс один слот. Арендованная машина, в принципе, тоже неплохая. Мне, я не знаю, мне понравилось. Пока что это первая часть. Тут надо разобраться, расшариться и так далее. Не все так просто, но потом в будущем я себе куплю не ту рухлядь, что была, ну. Не... Ого, Рик, ты куда выкинул? Го вытолкай мою, го вытолкай куда-нибудь ее. Йо, Рик, ты куда меня выкинул? Йо, мэджик! Не, ну ребят, ну это был хэштег некрасиво. Ну что, мужики, поехали. А знаете, что прикол? У нас 0 хп. Если я куда-то врежусь, я сольюсь. Это будет просто фиаско, так. Аккуратно, брат, едь. Очень аккуратно. Короче, ставим ставочки, через сколько секунд умрет Кент. Я думаю, через... Не-не. Мать, брат, говори. Нам надо ехать до магазина одежды. Хорошо, куда ехать, хорошо. Брат? Сейчас налево, сейчас налево. Сейчас... Понял, брат, иди. Понял. Я тут недалеко знаю, единственный магазин одежды, там Гуччи, правда. О, дядь, тут то, что нам надо. Давайте, приединимся. Еще что-то. Это он? Нет! Да, это он, лети туда, ты чё, ты чё? Не, ну я просто посмотрел, хотел, это он вот так прям рядышком, это же какой-то колхозный магазин. Не, ну сейчас подписчики оценят наши луки. Ой, пацаны, погнали. Да, сразу говорю, там руки очень дорогие, луки там реально дорогие. Что, мужик? Ну, от 2 миллионов 100%. Так, братва, идите ко мне. Что? Сейчас, иди ко мне. Сейчас каждому из вас, я лично от себя даю бабки. Так, передали. Дядь, ну что, купил себе нормальную одежду, дядь? Три, братик, мои поздравления, купи себе что-то нормальное. Оооо, братва, вы посмотрите на этот магазинчик. Это полный разнос. Так, ну что, мужики, погнали, мы прямо сейчас. Братва, вы посмотрите, если мы купим нормальную одежду. Блин, ну правда, самая дешевая одежда 100к стоит. 50 тысяч стоит еще. Брат, ну... 4 тысячи. Брат, ооо! Я нашел себя. Тут мужичок в пиджачке. Не, мать, где ты что, подобрал вес или что? Ооо, братва, посмотри, директор такси приехал. Алло, алло. Рик, у тебя дефолтный скин. Эй, братва, давайте без драк. Что такое есть, как вам такая? Стоп, машина пропадет через 25 секунд, срочно. Через 25 секунд машина пробьет. Я машину не помещусь, алло, я машины. Минус энигматик получается. Все, поехали. Ой, ля, ребят, ну красавчики. Мужики, если не сложно, оцените, пожалуйста, наш внешний вид. Кто из нас самый красивый? Вот я, Кент ПК, бизнесмен. Это у нас Рик. Рик. Это у нас Артем. Мужики, смотрите, полицейские. Копы. Так, ребят, смотрите. О, здрасте. Ой. Рик напал полицейского! Йоу, мэнчик, ты чё? А он садится в машину. Вы посмотрите, что творит у них мальчик! Вы чё, братва, это полиция? Он в шоке просто. И подлюга, литовская. Братва, подожди. Какой-то тип с палкой. Вы что делаете? Стоп. Я осуждаю это, ребят, тут заруба началась. Короче, мужики, давайте садимся в тачку и валим. Валим. Гитуха, ты не хочешь выйти на зарубу? Какая заруба, мята хп. Братва, валим. Просто максимально быстро. Он в шоке, просто смотри. Зови. Энигматика в тюрьму посадили. Что? Я псих, больница. Энигматика. Давайте, погнали, спасем нашего братика. Вот-вот, полицейский участок, имба! Так, братва, мы прямо сейчас разрулим эту ситуацию. Мужик, выпусти энигматика, что за фигня, мужик? Да с кем попасать, что выпустили энигматика? За какой-то мужик бежит, слышишь? Энигматика выпустите, я не понял. Рик еще в тюрьму посадит. Здравствуйте, я хочу, что выпустили энигматика. Снял дубинку с поясного держателя. Рика, сейчас нарисуй, Рика. Да подожди, я не слышал, что мы энигматика выслушали. Мужики! Рик, ты меня нет, брат! Не, все нормально, все, я бега. Походу бежишь с наручниками. Все нормально. Дядя, тут полицейский бежит! Меня сбили! Что за дичь? Ой, я выжил. Посади, побежали все-таки. Вы посмотрите, что происходит. Давайте напишу. За что, какие причины основания? Давайте напишу. Причины основания. Это мой друг. Это мой друг, напишу. Освободите его именем закона. Все нормально, чек, я могу бегать. Так, мы сейчас спасем. Братва, это Рик, наш братик, его повязали. Он пишет, с ним хотите? Давай напишу. Не говорите со мной так. Я не понимаю, почему, куда я бегу, почему я бегу за кем-то? Не. Рик, дядя, связали. Блин, мужики, я не ждал разборки с полицией. Алло, освободи. Меня задавили. Что он?
За что мы... Куда? Рика повезла! Куда не Рика повезли? Рика повезла! А, в смысле, я думаю, ты со мной кинул? Что за дичь? Освободите Рика, он мой брат! Вы арестован за нападение на полицейского, мне пишут. Фига ты, кентуха. Борзый просто... Ааа, чувак! Я в тюрьме. Я в тюрьме, мальчик. Я в тюрьме, Энигматик, ты где? Освободите его быстро. Так я... Так и надо повязать его, ударить дубинкой, и он умрет просто. Я знаменитость. Я знаменитость? А куда он? Что он творит? Это просто, посмотри, две полицейских машины пришли вас арестовывать. Освободи моих друзей по-хорошему. Иначе я пойду с тобой дуэль. Вот так. Меня ударили! Чё за дичь? Его хотят! Меня побили! Меня сейчас ударили, он ударил его! Блин, ребята, просто прожмите лайкусик за такую крутую Аризону. Мы играли, ребята, на сервере Glendale. Также в Аризону можете играть на вашем телефоне вместе со мной, Энигматиком, Риком и многими другими ютуберами. Также, ребята, при регистрации, пожалуйста, вводите мой ник Кент. Нижнее подчеркивание грибов. Вы сейчас видите большим шрифтом у вас на экране. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо, ребятам. Очень жалко, что мы все попали в тюрьму. Придите и помогите нам вытащить. С вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения, всем добра, позитивчика. И всем пока-пока. До скорых встреч. Всем пока-пока.